Всем привет, ребят! Сегодня у нас Китайка и очередной топ-трэш-контент. Китайские разработчики, тайванские, китайские опять сегодня порадовали нас акциями. Ну, это прошлые акции, эти, которые мы уже забрали за самоцветы. В принципе, мне грубая сила, по сути, не нужна. Она есть, но можно было бы забрать. Но я думал ее забрать, но тут сегодня я захожу и опять... Что вы думаете, вот такая вот акция на трату, на ролл талантов, и вы получаете священный огонь 5 уровня, опять же талант. Я долго думал, что делать, кому ставить, и варианты были Бигфут, повелитель бури, тоже интересный вариант, чтобы не сливался, даже думал поставить Асури, но... Потестил и все-таки решил Варжея слить отсюда воодушевление. Оно мне сейчас, в принципе, не особо нужно. И у меня там на складе, по-моему, сколько? 7 штук уже есть. То есть это не проблема будет потом каменку слить. Но хочу сделать именно такого вот Варжея здесь, потому что завтра атака фортов. Точнее, сегодня уже видос я вам пишу вечером, утром его уже залью. Поэтому решил все-таки, так, у нас тут две попытки есть, паролить сегодня талантики и все-таки поставить, вот смотрите, опять мешочки с красными кристаллами, то, что надо, еще 5 карт прохода в лабиринт. Так, окей, забираем отсюда плюшки. Хорошие плюшки, так, еще плюс 3 миллиона кристаллов. Можно будет нормально силу подумать над силой и поднять ее хотя бы до 1250. Сколько там у нас титул следующий? Такой, да, 250 вот титул. А можно и 290 вкачать. Посмотрим. Так, отлично. Ну что, поехали. Будем пробовать сегодня выбить. Огнекрыло мы уже качнули. Идем на нашего любимого стрелка. Будем на стрелке сегодня продолжать ролить. Так, вот наш стрелок. Давайте сразу коробку откроем. А вдруг замедление? Ну, замедление нам не надо. Поехали за самики. Короче, спускаем до нуля. Как видите, здесь, даже если бы у меня были карты, вот коробку считывает эти карты. То есть в этом очень большой плюс. Вы можете накопить карты, потом в такую акцию просто 120 карт имейте. Без затраты самоцветов. Я над этим задумался, чтобы здесь карты просто так не сливать, как я люблю. Пробовать. Все-таки таким образом такие акции проходить. Так. То есть для тех, кто донатит и не хочет особо расставаться с самоцветами, то это очень хороший вариант. Так, окей, поехали. 4-8 ракушка. Так, ну. Блин, я уже думал, смотрю. Думаю, блин, еще одна пятерка сразу же Фрея лепить. Это было бы, конечно, нечто. Тут бы был бы получше аккаунт, чем основа с новыми талантами. Так. Грубая сила. Ну, что-то сегодня нехти падают. 4-8. Вчера было поинтереснее. Ну, это такое самое главное, забрать основной приз. Ну, да, и плюшки, там руны неплохие. Так, ну это явно не то. Это тоже единичка. Да, что-то с пятерками очень-очень напряжно. Рассвет первый не нужен. Так. Сейчас, конечно, с этими архидемонами вообще непонятно. Опять 4-8. Что делать?
кого качать, надо будет опять тестировать. Они убрали наших старых архидемонов. Опять четверка. Стоит ли сливать теперь тех же самых укротителей, вторых там друидов и прочее. Так. Четыре, восемь. Да, пятерки сегодня, к сожалению, у нас просто не идут. Четыре. Короче, сегодня день четверок. Блять, ну да что такое? Че не пятерка? Так, еще одна пятерка замедления. Блин, кому его втулить? Неохота, честно говоря, открывать героев особо много. Потом все равно я их буду сливать. Сейчас открою кого-то из судьбы, кого там у меня нету. Поставлю на него. Так. Судьба. Смотрим, тут все есть. И тут все. Тут тоже. О, у меня паладина нету. Ёпта. Паладина на аккаунте нет. Вот это жесть. Как мы могли столько талантов просрать? Однозначно. Открываем паладина. Я думаю, что не то с аккаунтом, что он так быстро сливается на битве гильды. Это паладина, оказывается, нет. Его, походу, не только там нет, но и вообще его нет. Я его, походу, продал, когда коряшки копил. Вот это я нуб. Так, и сколько он там стоит у нас? Тысяча 200, окей. Все, накопили на паладина, покупаем имбового героя. Сразу открываем. Аж стыдно стало, такой аккаунт, а паладина нет. Все, теперь у нас, ребята, есть паладин. Так, ща мы ему пятерку сразу влепим. Вот так вот, теперь он красавчик, и сразу на нем паролем. А вдруг на нем удача лучше будет. Третья ремка, исцеление. Правда, все не топовое. Но тоже падает неплохо на нем, смотрите. И сразу же стойкость. Давайте стойкость поставим. Пусть попробует все эти таланты. Бег 5. Однозначно ставим бег, будет быстрый паладин. Так, бастион, каменка. Ну, что-то видите, сегодня просто не прет. Четверки в основном все лезут. Ну, ничего не сделаешь, это рандом. Самое главное, что акция у нас сегодня топовая. Так, последние тычки. Все. Усё, наролили. Так, забираем это, забираем вот это. 5 рун 35. Коробочка 1 и коробочка 2. Вот так вот, ребята. Вот смотрите, насколько кайфово за 36к вы получаете один из топовых талантов. Это уже второй топовый талант за второй день. Ну, просто на Китае очень интересные акции на трату самоцветов. И реально есть смысл копить, и интересно. Поэтому вот так вот, вот у нас уже священный огонь появился. Сейчас мы его поставим сразу же на ворожея. Так, где ты? Где наш священный свет? Вот он. Это просто жесть. Честно говоря, я в шоке.
Так, есть, открыли. Ищем нашего ворожея. Делаем вот так вот. Заменить, смена. Ну как, три коробочки у нас есть. Раз, два, три. Огненная защита. Так, сейчас, секунду, я улучшу ему этот. Сразу же талантик. Вот так вот, отлично. Так, огненная защита. Давайте, давайте сюда огненку кинем пока. Блин, так и на Бигфута я и скин еще до сих пор не забрал. Воодушевление сразу следом. Ну, неплохо, это тоже очень интересная вещь. Его, конечно, у меня дохренище уже. Так. Даже хрен его знает, кому его воткнуть, это воодушевление. Чтобы было интересно и посмотреть на это все. Был бы скин, качнули бы Бигфута однозначно одному из. Так, кто у нас тут такой есть интересный на эту тему? Кинуть хранителю вместо утекания, поржать. Так. И на Афину у нас, к сожалению, скина еще таки нету. Грубая сила. Так, воодушевление, воодушевление. Так, бастион, каменка. Ну, тут воодушевление однозначно не надо. Так, дальше. Хранитель ожог. А у нас, кстати, вот тыковка есть еще. Я на основной же след утекания поставил. Вот сюда поставим. Отлично. И последняя коробочка. Просвещение. Вот так вот. Выпало у нас просвещение. Мы пока его тоже оставим на смене. Будет уже этот, кинем Бигфуту на прокачку. Либо еще кому-то другому, не знаю. Вот такой у нас теперь на китайке варлок. Я считаю, это одна из топовых сборок. 65% к жизни завтра будет. Надеюсь на это, что он будет завтра у нас тащить на атаке фортов. Так, в принципе, вроде как бы все плюшки пооткрывали. Что было интересное. Скины я буду пока на китайке копить. Потом будем прокачивать, смотреть что да как. Пока нету смысла особо заморачиваться. Так, еще у нас тут два сундучка. Дремочка выпала, отлично. Это что за 9 сундучков? Это сундучки. Так. 4 карты. Пока их оставим. Ну, неплохо. По чуть-чуть растем. Все, ребят, вот так вот. Очередной герой у нас прокачанный. Обязательно ставьте лайки, пишите комменты, подписывайтесь. Участвуйте в акции на Некроса. Ссылочка в описании. Всем пока.